Мы откололи глаза, у нас, естественно, усилились отеки. Мы взяли препарат Gentle специально для переорбитальной зоны. Мы видим, где заканчивается вот зона отека над связкой. Вот мы сейчас будем работать под связкой. Это мы сейчас замаскируем малярные мешки. Вот это место дно называется дно кратера. Соответственно, и здесь. Где-то рядом интраорбитально будет немножко неприятно, но ничего страшного в этом нет. Сейчас я себе дополнительно сделаю свет. Главное, ничего не боимся, можем ручкой опираться сзади, если боимся там как-то. Главное, вот так, не шевелимся. Выпустили капельку препарата. Ну, я буквально 0,1 поставлю, потому что это так, это маскировка. Вот кость уже, я опрылась кость. Так, и я гранусечку, капусечку, не боимся. Главное, не отклоняться. Что, больно было? Ничего не боимся. Это капля. Это капля. Сместились вниз. Не боимся вообще, потому что там кости, ничего нет. Так. Тихо. Не шевелимся. Это как раз и есть ювелирная работа. То есть мы чуть-чуть приподняли под связкой. И те же самые манипуляции мы делаем с противоположной стороны. Ладно, здесь не бояться, вот честно. Вот я стала на кость. Моя задача, тут даже не одно деление, а крошки препарата. Сместились выше. Крошечка. Ниже, стали на кость, чуть-чуть больше волос поставили. По-хорошему нам нужно было бы закруглить скуловую дугу, то есть начиная с этой точки идти дальше, тогда было бы красиво. Можете на себя посмотреть, дно кратера стало меньше, мы выдавили буквально 0,2 препарата. Ну, вам это может показаться, что это страшно, душа. Но на самом деле это просто маскировка. Там нет этого препарата, практически нет. Просто вот это вот дно кратера будет не так сильно заметно, понимаете? У вас вместо насосы... Вот эти мы прервали насослезную борозду. Вместе ее перехода условно в носощечную. Вот, это называется прерывать борозду. То есть буквально мы поставили на границе... Даже здесь немножко как-то лучше, но хотя просто, понимаете, я же маленькая, и мне получается, я сверху неудобно давить. То есть мне надо было вас положить, но когда я вас кладу, я не так вижу. То есть тут хоть бритва подставляет табуреточку, чтобы работать. Вот, хорошо. Намазали, чтобы не было синячка. Дома выпить, когда приехать домой, мочегонную таблетку. Ну, не прямо на ночь, а вот. Гуляем теперь, все. Оценим результат через где-то неделю, 10 дней. А ну, так на меня посмотрите, хорошо.